Так, Дима, это Сурхамдарья, 24 декабря. Вот эта бригада красавиц девушек сейчас готовит укроп для отправки к вам туда. Укроп шикарный. Принесите мне, Мухаббат, принесите мне одну. Вот. Сейчас покажем состояние укропа. Вот. Это тоже первый сбор. Укроп шикарный. Вот. Весь без каких-либо пожелтений. Вот. Все очень отличное. Да. Сейчас для сравнения покажу укроп, который уже желтый, который непригоден к продаже. Вот это поле, которое уже к продаже непригодно. То есть укроп, вот, он, видите, уже пожелтевший. Вот. Пожелтевший укроп, он уже не продается. Вот это все поле уходит в утиль. Вот. А здесь, а вот эта вот сторона, где работают люди, здесь укроп очень хороший, состояние очень хорошее. И можно спокойно его продавать.